Всем привет, новый выпуск мяса. У нас сегодня тренировочка женская. Но сегодня у нас не одна женщина, а целых две. Поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Мясо, кому мясо? По заказу больше мяса. Меньше жира в массу, больше мяса. Мясо крепких костей. Мясо по ГОСТу, чья-то горька новостей. Привет. Что, девчонки, сегодня делаем? Ноги. Тогда вот у нас здесь разгибание есть. Есть сгибание. Делаем 3 подходика по 15 построений в суперсете. Хорошо. Яна, откуда ты отхватила такую прическу? Откуда отхватила? Да. Откуда? Пошла в магазин, купила прическу и заплела ее. Слушай, а как вот волосы, они не чешутся? Нет. Ну, первое время чесались. Чуть-чуть, но потом нормально. Ничего, как без бедра? Отлично, горит. Класс. Ну что, разогрелись? Ну что, Катюш, давай в гаки. Так, это вот это? Да. Снимаю, да, все? Да. Ты готова поприседать? Что? Готова поприседать как следует? Ну как бы я готова, но я тут никогда не приседаю. Ну пора, сейчас тебе Катя покажет. Ой, все бывает в первый раз. Блин. Я знаю, что не тяжело. Еще один. Круто. Ощущение, что ты просто не встанешь, когда садишься. Ну что, Яна, почему тебе так тяжело делать гак приседания? Я не знаю. Наверное, потому что я дрыщ. Ты приседаешь? Да, честно приседаю. Где? Я где? Приседаю со свободной штангой, ну, где-то 50 килограмм делаю, ну, гриф, блин. А в смите 60 делаю на 12. Катя, ты чего ухмыляешься? Думаешь, вот дрищ. Я, глядя, кстати, на Катя на лицо, когда она начала приседать, поняла, что мне вообще здесь какого делать нечего. Да. Не, ну это самый сложный тренажер, наверное, на ноги. Один из самых сложных. Но у нас его нет, к сожалению, в зале, поэтому сегодня у меня дебют в гаке. Ну вот тебе мышцы скажут спасибо. Да. Катюша отдохнула? Да. Давай работаем. Как дойти домой в интернете? Один из первых ответов, как дойти домой после тренировки ног. Это про нас сегодня, наверное.
чего, чуть-чуть подразогрелись? Чуть-чуть, да. Петя, звезда канала «Мясо по доступу». А что ты сегодня еще раз, в правильной футболке? Почему ты сегодня не в правильной футболке? Потому что... Ее мама забрала стирать. Катюш, ну что, ты готова? А сколько? 30? Ну, давай 15 сначала. Блин, я боюсь. Вот так, давай. Чтобы ягодицы были круглее некуда. Пофигу. Катя, да. Тебе вообще не нагрузка это для тебя. Нет, почему? Просто грустно без приседаний. Что? Грустно без приседаний. Грустно без приседаний? Видишь как? Да. Ты всегда приседаешь? Да, всегда. Когда ноги делаю, когда, допустим, вверх, естественно, я не приседаю. Вот. Но стараюсь, правда, всегда. Ты когда приседаешь? Нет, на каждой тренировке ты приседаешь. Ну, в принципе, да, но без веса на каждой. Скучно, да? Где эти штанги выставить? Ты знаешь, сколько Катя приседает? Я знала про 70. А сейчас? Катя приседает 85. Круто. Не, правда, молодец. Но... Так, ну что, отдохнули? Да. Ты уж давай работаем. А то ты совсем заснешь. 15? Да. Хорошо, молодец. У меня минус 2 кило. Ровно. Ну давай, вставай-ка на весы. Что там? 800 грамм косички. Это честно. Ровно 57. Было 59. Это как-то многовато, тебе не кажется? Многовато веса? Нужно еще вот, чуть подсушить тебе еще. Вот тут? Да, согласна. Подсушим. Катюш, давай-ка ты на весы тоже вставай. Катя тоже решила начать сохнуть. Начнем мы с веса 60 килограмм, 350 грамм. И сколько мне на сушку? Я думаю, недели 8-10, чтобы ты летом была прям ах. Хорошо. В мини-юбочке по пляжу. Это Яна. А мне пока еще 3 осталось недели. Ну, я думаю, еще можно 5 недель. Еще 5? Еще 5. Окей. 5 так 5. Будем. Слушай, Саша. Так. Вот правильные девчонки взяли, правильные фитоняшки, сами надевают диски на штанги. Чего там? Катюш,
умеешь? Нет, я не умею. Ну, я думала, она же моя слабая сторона. Я тоже. Ну, мы давно не подтягивались уже. Да, ну чего? Бицепс, бедра, ягодицы, бедра сделали и икринки еще. Икринки? Пожалуйста. Да. Да, икринки. Давай сейчас штангу разбираем, вешаем 40 килограмм. Да. Что-то тебе не нравятся икры доярки? Икры доярки. Ну, не знаю, просто мне кажется, они большие. Я боюсь, что они станут больше. Ребят, посмотрите на икры Яны. Икринки, да? Пишите в комментариях, большие они у нее или нет. Что-то, по-моему, нифига не большие. Да, носочки, знаешь? Паришься, по-моему. Ну, это, видимо, у меня в голове все. Ты что ж, давай работаем. Мяса много не бывает, да? Ну, да, точно. Это же не дело. Итак, тренировочка Яны и Кати на сегодня закончена. Тренировка ножек, бедра, ягодицы, икринки. Девчонки, как вам тренировочка? Отлично, как всегда. Бодрячком? Конечно, все круто. Еще раз спасибо. Что-то не устали нифига. Надо еще прессом добить. Добить прессом? Да, давайте-ка на пресс. Не закончена тренировочка. Закончено. Я как всегда вам желаю, будьте добрее, мне веселее и здоровее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ссылочка здесь, по-моему, или здесь. Значит, до новых выпусков, до новых встреч и всем побольше сухого пресса, чего мне не хватает. Будем вместе это делать. Всем мотивации, спорта, здоровья и веселья. Пока-пока. А я передаю привет своему родному городу Якутску. И я желаю всем приятного аппетита и не кушайте много жира. Все. Да, давайте там ложками, кто на массе, и вилочками маленькими, кто на сушке. Трое, ты что хочешь пожелать? Анатомия. Что это такое? Анатомия, Саша Грей, читай. Да, и как она тебе? Да, как раз по весне самое то. Про анатомию. Про анатомию? Ничего, очень хорошо даже. Да? Куда ты говоришь, там надо смотреть-то? Как пидемся, да? О-о-о, вот сюда. А, да, ребята. Не, погоди, приколись. Ну, что-нибудь пожелай подписчикам, что-нибудь. Сюда. И сюда смотри, да? Сюда. Да, парни, всем вам удачи, много-много позитива, хорошего настроения. Вы все классные, замечательные. Ты хорошо выглядишь, ты посмотри. Нет, конечно, блин, как дурачок куда-то смотришь.